А представляете, да? Мы вам в Магнитогорске показали фирму «Торус». И, кстати, большее количество сейчас понимает, что гораздо проще купить землю и построить там свой дом, чем ютиться в панельном общежитии, которое именуется многоэтажками. Ну вот смотрите, там хата однокомнатная 800 тысяч рублей. Причем великолепная хата, типа студия. Это даже не однушка, это фигня со встроенной в вашу жизнь кухней. Клево, да? Вам предлагается вариант в 40 квадратов, то есть две комнаты с двумя окнами и ценой в 370 рублей на своем участке. Кстати, помните, да? Вы владелец типа квартиры. Ну, дом типа завалился, типа квартир-то и нет. А тут свой участок и свое жилье. И спасибо Виктору Рашникову. У нас объездная — это 4-й МКАД. Места офигенно хватит. Да и добраться, по сути, до офиса работы легко. Ну и понятен результат. В селе и в сельской школе ваше дитё не будет матом ругаться с рождения. Итак, вы смотрите то, что за моей спиной. Второй этаж, 40 квадратных метров. Цена вопрос, 370 тысяч рублей. Нельзя было ничего другого сделать, как возвести СИП-панели. Потому что здесь был старый ленточный фундамент, на котором нельзя было сделать настрой. А куда обращаться? Фирму Торус. Вот я люблю фирму Торус. Я телец года Торус. Я езжу на автомобиле Торус. И вот сейчас еще рассказываю про эту фирму. Как это место-то найти? На правый берег, на Орджоникидзевский район, улица Труда, 49А. И телефон 430705. Теперь, чтобы было понятно, и мы чуть позже вам продемонстрируем аппетиты мышек. Кои крайне не любят пенопласт, но с большим удовольствием грызут всякую вату. И как все это делается? Вы бы хотели, конечно, чтобы это был ДСП в 12 мм, но вы вообще-то понимаете, какое время-то? Чуть-чуть второе десятилетие века 21-го. И вот так готовятся СИП-панели. Не оторвать, не разорвать. Кстати, было то время из 1995-го, и я тогда работал. И комбинат в то время изготавливал сэндвич-панели. Честно, не помню, но чтобы пенопласт везти откуда-то сюда, это очень странно. Ну да ладно, и вам решать. Но панели делаются и пилятся, и вот результат. В течение каждой недели несколько домов от фирмы Торус. И это должно вас радовать. Я, конечно, понимаю, что вы строите из самых дешевых материалов, но строите качественно. Дело в чем заключается? Вы мне как-то рассказывали, что из таких вот панелей можно построить 9-этажный дом. Так ли это? Ну, я уточню, не 9, а 6-этажный дом. Вот. Технология, да, на самом деле, то есть она самая доступная. Я бы не сказал, конечно, что самая дешевая, но заверяю, что самая доступная. На сегодняшний день, то есть, как бы, ни одна технология, то есть, как бы, не позволяет за столь короткие сроки и за такие хорошие деньги построить качественные классные дома. Я вижу у вас какие-то нововведения. Что это такое? Ну, это не то чтобы нововведение, то есть я хотел бы продемонстрировать варианты, то есть соединение этих сэндвич-панелей, потому что задают люди вопросы, как это все соединяется и как это все устраивается у них, ну, в доме, в ихнем. Вот продемонстрируется, то есть сама сэндвич-панель, то есть она 174 мм, вот, соединяется она путем пасс-шип. Вот я демонстрирую, то есть мы, идут закладные бруски, то есть закладной брусок устанавливается в панель, пеномонтажная обрабатывается нижняя часть пенопласта, закладывается брусок, к нему закладывается еще один брусок и соединяется сэндвич-панель путем соединения двух брусков, то есть образуется пасс-шип. Хочу продемонстрировать иное соединение этих сэндвич-панелей, так называемая термовставка. То есть она представляет собой элемент сэндвич-плиты, то есть специально изготовлен под размер данного паза. Вот, закладывается он точно так же, как брусок, то есть он устанавливается достаточно быстро. То есть пеномонтажно соединяются также места соединения пенопласта. Следующая панель вместе стыка также обрабатывается пеномонтажно, соединяется, сбивается гвоздями. И уже здесь могу продемонстрировать вот такое вот соединение
о том, что мостик холода в этом элементе сведен к полному минимуму. Вот это, ну, как говорится, много значит для теплопроводности этого дома. То есть соединение в данном случае проходит через пенополистирол. То есть надежность конструкции не уменьшается ни в какой степени. Вот здесь придает только усиление по теплопроводным качествам. Это очень круто. Что еще вы можете нам показать? Как вы ранее заметили, что подготовка всего домокомплекта происходит у нас в цехе. То есть продемонстрированы также подготовка и нарезка сэндвич-панели на станках, вот, и подготовка пиломатериала. То есть это идет калибровка по размерам, подрезка и огнебиозащита обрабатывается также у нас на производстве. То есть канадская технология, но уже ваша технология в магнитогорских условиях. Да, так получается. Ну вообще-то, чтобы понять, надо было приехать сюда. Я вообще так и не понял, почему здесь постоянно ездят люди. Потому что вот где-нибудь на поселке Крылово столько движений не было. А здесь на улице Гастелло, левый берег, кстати, машины туда-сюда ездят. Я стендап пишу уже не первый раз. Вот. Ну да ладно. Как вы увидели, это новая постройка, сделанная на том, на чем нельзя было сделать. Потому что ленточный фундамент, и, в общем-то, было бы неправильно. Но теперь, и за весьма небольшую сумму, люди получили нормальную двухкомнатную квартиру на втором этаже. И СИП-панели. Вы уже видели, как эти панели делаются и что это такое. А теперь, где фирму Торус-то найти? Фирма Торус располагается в правобережной части Орджоникидзевского района города Магнитогорска. Улица Труда, 49А. И телефончик 43 07 05.